Добрейшего всем времени суток. Аквариум Денерли Нанокуб 30. Запущен был 5 месяцев назад. Такой результат. Добавил сюда плавающие растения. Здесь ричия. Ругалистник есть тоже здесь. Периодически его пропалываю. Светильник Чехирос C361. Работает на пятой ступени. 8 часов световой день. Подвесной рюкзачок, фильтр. Я его буду менять, жду, когда фильтра придут, другие такие канистровые подвесные, заменю его. Потому что он постоянно, ричи под него попадает, под поток, и трубка забивается. Обитатели здесь гуппи японские, голубые. Ругалистника сейчас здесь мало, обычно он вообще всю толщу воды занимает, я его прополол. Снимаю перед прополкой, потому что буду пропалывать сагитарию, вот на переднем плане она. Но она уже по всему аквариуму разошлась. Там у задней стенки есть и в средней части аквариума. То есть буду ее пропалывать и опять оставлять только на переднем плане. Аквариум запущен на речном песке, основной грунт. Подложка питательная. Грунт для кактусов и суккулентов. Сюда уже стал тоже добавлять удобрения, как и в остальные аквариумы. Сюда добавляю нитраты и микро. Удобрения. Также биоуглерод стал добавлять. Смотрю, как будут себя вести растения. Ну, это добавка удобрений началась буквально неделя, две вот, назад, от момента съемки. Так, вот гуппи размножаются тут потихоньку. Добавил еще креветок сюда, желтых, неокоридин. Так, из растений, как уже говорил, вот сагитария на переднем плане. По центру это эхинодорус блехери. По бокам от него криптокарина печча. Буду вносить, скорее всего, прикорневую подкормку под эхинодорус и под криптокарина. В углу здесь вот людвигия. Она медленно растет, потихонечку растет. Там папоротник индийский еще сзади эхинодоруса. Но я его хочу убрать. И что-нибудь потом, может быть, досажу туда на задний план. Пока еще не решил. Тут у меня для эксперимента еще есть папоротник. Такой узколистный. Вот его видно, он на керамической, на керамическом кольце. Бросил его буквально там дней 5 назад. Посмотрю, как будет себя вести. Ну, вот сагитарию видно, она вот у задней стенки. То есть ее надо пропалывать. Она, конечно, прям... С подложкой самая первая, наверное. Вот она и эхинодорус прям расти начали. Ну и криптокарина в хорошем состоянии. Кустится так неплохо. Ричу недавно бросил. Надеюсь, тоже зарастет тут. Надо фильтр только поменять. Ну, света добавлю. Тут еще две ступени можно будет добавить. Поэтому, ну так на пятой, в принципе, растениям хватает. Растений таких прям светлолюбивых тут. Нет, ну хотя сагитария мелкая, в смысле не длинная, поэтому значит света здесь достаточно. Если бы света было маловато, то она бы вытягивалась в высоту. Но по сагитарии можно, конечно, судить, свет хватает или нет. Здесь свет где-то, наверное, 40 люмен на литр получается на пятой ступени. Вот такой вот аквариум. Стенки практически не чищу. Первое время, на месяц, ну, первых 3 месяца, может быть, раз в месяц протирал. Подмен воды здесь как таковых еженедельных нет. Подмены воды бывают не чаще раза в месяц. А в основном долью где-то литра 3 за неделю приходится доливать. Вот такой вот аквариум получился. Спасибо за просмотр.